В соревнованиях приняли участие почти 160 спортсменов из 8 субъектов Юга России – Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Севастополя, Калмыкии, Краснодарского края и Крыма. Сочинские самбисты в составе сборной команды края успешно выступили на турнире. Золото завоевала Кристина Корикян, серебро в копилке Екатерины Поликашиной и Агопа Папазяна, бронза у Анастасии Ячевской. Завоевать медаль любого достоинства было очень важно для каждого сочинского самбиста, поскольку разыгрывались путевки на чемпионат России, который пройдет с 1 по 5 марта в Казани. К слову, сочинские самбисты неоднократно становились чемпионами и призерами всероссийских и международных турниров.